Близько 200 велосипедистів сьогодні проїхалися вулицями Дніпра. Учасники пробігу кажуть, такий спосіб провести вихідний краще, аніж просто сидіти вдома. Велорух у Дніпрі – один із найбільших в Україні. Так, щорічний велодень збирає до 10 тисяч чоловік. Стартували любителі двоколісних у супроводі поліції з площі Героїв Майдану. Далі повернули на Словацького, а фінішували на фестивальному причалі. Автомобільний рух при цьому не перекривали. Велопробеги, они показывают, что у нас, во-первых, велосипедисты есть, во-вторых, их много. Я не знаю, как вы, но я лично даже на протяжении любого дня вижу, как много велосипедистов катается по улицам города. И их становится с каждым годом больше. Это можно судить даже потому, что веломагазины растут как грибы. Если бы не было этого спроса, они бы так не росли. Я с 2 лет по квартире гоняю на велосипеде, и это уже засело в моем сердце. Сейчас мною руководят эмоции, ведь 27 мая это уже традиция, а это, надеюсь, нашего города очень позитивное событие. Я хочу, чтобы так даже продолжалось каждый год.